Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по боксу, где я абсолютно без вложений на просмотре сайтов зарабатываю денежку. Я проверила, друзья, этот бокс на вывод. Все замечательно. Бокс платит. Давайте перейдем в аккаунт. Аккаунт. Выводила я доллар, 1 доллар 20 центов. 3 цента у меня взяли комиссию. Итого у меня на вывод, вот, уже как бы был в пединге, вывелись доллар 17 центов. Если мы перейдем, так, история вывода. Выводила я, ставила на вывод 26 июня. Вывод обрабатывается, регламент вывода 14 дней. Но вот пришли, как бы вот через 4 дня выходит, да, 30 июня, доллар 17 центов, комплект. Переходим на почту. И вот я вот сейчас зашла на почту, и вот вывод мне пришел 6 часов назад. Плюс доллар 17 USD 30.06.21. Так, и комментарий. Челленджи Гивис. В целом я буксом довольна. Значит, что я хочу сказать по поводу вывода. Минимальный вывод отсюда, друзья, 1 доллар. Я чуть было его не забросила. Этот букс. Значит, нажимаем вывод. 1 доллар минимум. Я набрала 1 доллар. И, естественно, я хотела скорее проверить его на вывод. И каково мое удивление было. Мне было написано уже не 1 доллар, а 500 кликов. Я должна на просмотре сайтов набрать 500 кликов. Как бы, да? Вот, ну, думаю, все. Провались этот бокс. Пошла я, опустилась пониже. Вот мои клики. И у меня было кликов 480 с чем-то. А, думаю, ладно. Поработаю еще. Добью я этих 500 кликов и поставлю на вывод. Поставила я, набрала 500 кликов. Поставила на вывод. Все замечательно. Денежка вывелась. Вот, естественно, я буду продолжать работать. Так что имейте в виду. Вот, не пугайтесь. И, как я уже сказала, друзья, регламент вывода. Вот здесь, если я нажму Upgrade аккаунт. Вот, таймер. 14 дней. Неважно, есть у вас апгрейд, нет у вас апгрейда. Регламент 14 дней. Вывода. Вот. Для всех одинаков. Вот. Я довольна, конечно, буксом. Естественно, я буду продолжать работать. Здесь я... И засчитываются клики. Здесь же есть как бы вот эти клики. И есть видео. Видео клики, они не считаются. Я уже проверяла это. Считаются вот эти только вот кошельки. Я ежедневно просматриваю. Вот. И засчитываются только вот эти просмотры сайтов. Букс несложный. Работать можно. Абсолютно без вложений. Я сюда ничего не вкладывала. Вот. И на данный момент у меня уже 16 центов. Естественно, я буду продолжать работать. Ну что, друзья, все замечательно. Кому интересно, работаем. Неинтересно, не работаем. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.